первый слайд выведите, пожалуйста. Пару слов о себе. Меня зовут Алексей Григорьевич Лелеков. Я занимаюсь инвестициями. Откуда это все началось? Математика, глубокое, системное программирование. Это все заложило серьезный фундамент. Я был совсем мальчишкой, меня пригласили на ВГТРК. Очень непростой был год, 98-й, если кто застал, все помнят. Какие-то зарубежные компании предлагали долларовые зарплаты, охотились за выпускниками вузов. Многие мои однокурсники за границей сейчас. Я не знаю в силу каких причин. Интуиция подсказала. Надо идти и работать с этими людьми. Это оценили. Буквально за пару лет я сделал на ВГТРК карьеру. В 99-м году я начальник службы информатизации. Программы управленческие, программы финансовые. Интересно получалось на побочных проектах. Может быть, кто-то застал РТР-сигнал, Русское бюро новостей. Такие стартапы около Лесинской команды. И я понял важную вещь для айтишника тогда еще, молодого управленца. Для нас бизнес – это цепочки, ряды цифр и таблицы. Мы, айтишники, помогаем бизнесу держать руку на пульсе. Сколько пришло сегодня, сколько придет через год, в какой динамике это работает. Нахлынули воспоминания. После того, как поработал на ВГТРК, и руководство занялось еще глубже политикой, можно сменить слайд, я задумался о таком расширении своей компетенции. И опять таблицы, и опять интересные проекты. Заводы Сибура лежали на боку, их собирали из обломков. Люди сидели месяцами без зарплаты. Понятно, что руководство думало в первую очередь о своем кармане. Раньше попутный газ просто сжигался. А тут его пустили в нефтехимическую отрасль. Добились процессинга, добились преференции от «Газпрома», но он же, правда, потом это все и забрал. И, опять же, с точки зрения айтишника, с точки зрения руководителя, нам стало приезжать там, не 2-3 накладных в день, а 200-300. Что это? Какие-то сначала промежуточные подпорки, сначала какие-то таблицы в Excel, потом их полуавтоматически обрабатывали, потом автоматически. И все это с бойцами, которые только что тоже сидели без зарплаты, то есть остались самые верные, но при этом там, может быть, демотивированные. Командная игра. То есть удалось убедить людей, что мы будем работать. Сегодня Сибур — это сколько? 1,5 триллиона рублей по МСФО активы. Что мы в компании флагмане нефтехимии. Половину страны шинами снабжаем. Это и все из того самого попутного газа. Я выучил термины ШФЛУ, МТБЭ. Это для меня было внове. Но опять же, для меня, как для руководителя службы IT, одного из руководителей IT-шной службы, это цифры. Цифры, ряды. И тут я начал понимать, что люди еще большую роль играют в IT-процессах. Когда ты правильно выстроил, у меня после ухода из Сибура, наверное, года 3 была иллюстрация, я мог набрать телефон технической поддержки, и мне отвечали ту речевку, которую написал я. Техническая поддержка, добрый день, представляется специалист, какой вопрос. И когда ты начинаешь понимать, зачем нужны эти процессы, как они устроены, оказывается, об этом думал уже весь мир, десятилетиями задумывался и оттачивал, и совершенствовал. Можно следующий слайд. Я привлек своего друга как консультанта, а потом мы вместе с друзьями сделали консалтинговый бизнес. В Лондоне корневой центр сертификации IT-процессов. Так называемая библиотека IT Infrastructure Library. ITIL. И базируясь на этой методике, ее нельзя назвать особо методология или фреймворк, это скорее набор рекомендаций, но по нему написан уже ISO 20000.
он уже переведен, например, в Российской Федерации, ГОСТ РП 120 тысяч, и он востребован. То есть правильно построить по этому фреймворку процессы означает серьезно сэкономить денег. Взять ту же пятерочку. То есть у них небольшая наценка. Ну, вы знаете, что большая, но они говорят, что небольшая. И для них от оборота там 0,7% сэкономить — это громадные деньги. И они эти процессы, не только, конечно, айтишные, и логистика, и сбыт, и маркетинг, все, что можно, конечно, они стараются оптимизировать. Но когда они объединили общую эксплуатацию и айтишную эксплуатацию, и всю ее выстроили по процессам, мы очень пришлись в пору. Централизованный сервис-деск, цепочка аутсорсингов. Извините, бачок, потек в Иркутске, в магазине потек, бачок, сообщает об этом ответственный сотрудник магазина, ну если директор на месте, директор, нет, значит на ком-то ответственность есть. Аутсорсинговый колл-центр пятерочки этот звонок принимает. И сантехническая компания, которая через центральное бюро какое-то подписано на обслуживание конкретно этого куста или узких магазинов, выезжает. Общее время устранения 30 минут. Если больше, идут демотивирующие штрафы. Если лучше, все уложились, идет какое-то премирование. Дорого держать аутсорсеров, берутся люди в штат. Дорого своих в штате. И вот эти все цифры, таблицы, они сравниваются, в итоге дают огромный финансовый выход. Жесткая конкуренция на этом рынке. Системные интеграторы все как один ринулись тоже стараться там. IBM, Hewlett-Packard. Можно следующий слайд. Бодаться за эти серьезные куски денег, потому что инвестиции в IT-процессы — это десятки тысяч процентов. То есть мы учим разговаривать на языке инвестиций айтишников и говорим: ты купил серверное обслуживание за 2 миллиона долларов. Насколько выросла твоя прибыль из-за повышения надежности? То есть у него стояло 10 серверов, стало 20. Было 10 бойцов, стало 20. Перешел на обслуживание в более резервированную электрическую среду, там добавили какой-то ввод силовой, он стал дата-центр из Tier 2 в Tier 3. Это там, ну, своя терминология. И проинвестировав эти средства, они за счет уменьшения простоев, повышения сбыта, роста репутации, за несколько лет получают десятки тысяч процентов на вложенных. Как так? Просто учим разговаривать на этом языке, и они видят, что внутренние инвестиции работают. Мы в Норильском никеле на тендере на собственные консалтинговые услуги вынесли Hewlett-Packard вместе с партнерами. То есть он до этого сидел на небольшой нише, как это важно в большой корпорации, когда ты уже в списке поставщиков. Сидел в небольшой нише, поставлял мониторинг, слаботочку, мониторинг силового оборудования. Мы с ним хорошо подружились, нашли общие моменты. Его зять двумя курсами младше учился там с кем-то из моих родственников. Пошли уже о чем поговорили. Ему прямо с тендера, там такая часть была редукцион, когда на снижение цены закупщик играет. Он в Норильске там звонит. Меня вызывал по телефону Хьюлит в коридорчик, говорит: давай с нами. Я говорю: поздно, у меня уже партнерские отношения, я не собираюсь подводить. И ездили наши консультанты, я сам несколько раз летал в Норильск. Представьте, вот то же самое, что сейчас окно, только 9 месяцев подряд. Прекрасное место. Вот. Но клуб моржей посетил, и очень интересные перепады, когда вот минус 30, раз, плюс 2 за пару дней. И все тает, и такой марсианский пейзаж такой от аэропорта Алыкель. Ну и проект очень интересный был. С РЖД нам надо было прокачать. Они уже частично написали свои процессы. Тоже с кем-то из консультантов первой категории. Надо было сделать ревью процессов. А у них десятки тысяч только айтишников. То есть такой масштаб. И вот эти процессы надо было верифицировать и донести, потому что часто делают ошибку. Написали кучу регламентов, все должно работать, никто их не учит. А людям надо донести, зачем это, объяснить, на пальцах рассказать. Если тебе поступил звонок, и ты бросаешься его, значит, хватать там, скорее реализовывать какую-то поддержку, ты залезаешь в карман к акционеру. Специальный должен быть колл-центр. В коридоре тебя поймали, ты хочешь что-то починить. Это оказывается десятки тысяч долларов в итоге, которые может потерять твоя корпорация.
И мы за несколько месяцев учили сотни руководителей IT-подразделений РЖД. То есть такой очень сжатый был проект. Хотя заехали туда через питерского партнера, то есть вот настолько мы уже сумели как бы разбросить свою сеть. И это начало сливаться в такую же череду интересных проектов. Я понял, что начал скучать. Можно следующий слайд? Спасибо. Продают консалтинговую компанию, свою долю. Кто-то из ребят тоже одновременно со мной из нее вышел, кто-то там остался. Сегодня это успешный бизнес. Больше сфокусированы на аутсорсинге компании 5.55. И начинаю пробовать учиться инвестировать. Мне хочется чего-то нового, хочется реализации. Сколько денег потеряно, даже страшно себе представить было. Попробовал Форекс. Какое-то вот колдовство. Оно то срабатывает, то не срабатывает. Попробовал фондовый рынок. Ну, конечно, США рынок самый живой. У нас тоже можно что-то на них зарабатывать. И плюс проще по логистике денег, потому что за рубли покупаешь, а за рубли продаешь. Очень вкусный кусок IPO, но нет системности. То есть какое бы ты ни получил образование, когда ты инвестируешь в ценные бумаги, мне очень понравилось сравнение у Насима Талеба в его книге про черных лебедей. Инвесторы в фондовый рынок, которые на бирже сами играют, похожи на голубей, клюющих бриллианты перед асфальтовым катком. Кто-то успеет улететь. Наклеваться, значит, и в зобике утащить себе немножечко драгоценностей. Я не ручаюсь за дословность этой цитаты, но я ее понял именно так. Асфальтовый каток неминуем. Капитализм так устроен. Он обязательно должен быть кризис, передел. Они все на этом живут. За 5 дней, вот из всей там многодесятилетней истории, когда он книгу написал, по-моему, в 2012 году, значит, 70 лет уже фондовой бирже было, отчеты которой он мог рассматривать. За 5 дней из всех этих десятилетий было сделано половина прибыли на фондовой бирже. Как 5 дней из нескольких десятилетий. То есть что-то системно устроено так, что на бирже очень многие проигрывают. А зарабатывают единицы, и правила, по которым они это делают, не особо распространяются. Почему? Конечно, потому что зарабатывать хочется им, и круг этот очень удобный. Начал инвестировать в стартапы. Вот это мне понравилось. Я беру свою экспертизу, я беру свою квалификацию, я привлекаю таких же экспертов в других областях. Хороший финансист, правильный бухгалтер, замечательная правовая проработка. И это помогает общесистемно прокачать стартап для того, чтобы продать его. РВК, вот недавно к ним вопросы были у правоохранительных органов, российская венчурная компания. Меньше чем за 40% годовых они даже не вписывались в стартап. При том, что у них гораздо больше стартапов реализовывается, чем там один из десяти. Это даже не венчур, это практически гарантированно. И половину денег, которые они закладывали в стартап, тут же собирали на свои сервисные фирмы. Вы у нас купите бухгалтерское обслуживание, вы у нас купите финансовое обслуживание, такое-сякое, офис, бизнес-центр, но мы даем вам питательную среду, то есть речевки хорошие. Я разговаривал с очень провокационным вопросом, с топ-менеджером Иннополиса в Татарстан. Может быть, слышали про этот объект. Говорю, вы получили 8 миллиардов рублей от бюджета в таком-то году. И вы их положили на депозит в банке Акбарс. Это открытая информация, я здесь никаких секретов не рассказываю. Пришло время расплачиваться за строительство Иннополиса. Вы не заплатили строителям, еще пару лет эти деньги тоже продолжали лежать. Пока там по судам не договорились, что это все-таки как-то придет. Говорю, если бы вы купили акции Apple и продали их сегодня, вы бы увеличили свои вложения в рублях в 8 раз. А так у вас 7% годовых. Как вы рассказываете инвесторам, что им стоит идти в Иннополис, когда вы так обращаетесь с деньгами? Он ни на секунду даже в лице не поменялся. Это профессионал высочайший пробы. Говорит, вы знаете, мы создаем экосистему, мы инфраструктурный проект. Наша задача – платформа для будущих стартапов. Хотя он прекрасно меня понял. Так же его ответ прекрасно понял и я. То есть деньги серьезные делать на бирже можно. Почему-то это непросто. Пытаются автоматизировать, пытаются запустить какие-то роботы, которые реагируют на сигналы, там,
хоп, пошла какая-то новость по Фукусиме, роботы по всему миру сливают йену. Фактически даже не успевает человек принять никакое решение. А если не так, а если эта новость про Фукусиму положительная? Научились добывать, например, тяжелую воду, там дейтерий, его же можно продать, да? Мы не знаем. То есть каждый раз, когда роботы принимают решение за человека, есть небольшая вероятность ошибки и как раз приход вот этого вот асфальтового катка, о котором нам рассказал наш Синталер. Есть роботы, которые работают на рынке IPO. Компания Pharmaceuticals называется, у нее такие-то цифры. Не знаю, мы слайды подготовили по IPO-шным компаниям? Пока нет, да? Ну, это в рассылку пойдет у нас, видимо, по внутренним, по каналам, по которым мы информируем ключевых участников. 124% за день после торгов. Все-таки деньги есть. Кто-то их получил, да, кто-то рискует, да. $5000 раз зашел, IPO разместилось, и эти деньги там через пару недель будут. Ну, может быть и минус 20%, и у нас были такие прецеденты в этом году. То есть все-таки надо брать какой-то пул, что-то среднее, смешивать, по тем же, если работать только на IPO. И тут, я не раскрываю ноу-хау, на стыке двух технологий заискрило. Я еще умею мотивировать экспертов. Ну, я рядовых сотрудников умею мотивировать, но эксперт вообще птица сложная. Это человек, который серьезного мнения о самом себе, он действительно много знает. И там нужна такая вот смесь регламентов. Ты дал нам вот такие верные решения. И невербальные коммуникации. Располагать к себе, показывать ему, что он лучший, если он правда лучший. Какое-то время доверять, если у него пошла череда, допустим, там разумных, терпимых каких-то, да, там проколов. Может быть, поинтересоваться, как знаете, стиль руководства мать Тереза. Что у него произошло в жизни? Может быть, у этого человека прямо сейчас настала пора взять паузу. Он нам столько заработал, хороший эксперт, что мы можем его на дачу корпоративную на Бали отправить месяца на три. Пусть он подышит воздухом, покупается в море. Это нам будет стоить там, 0,2% от того, что он вообще принес нам и всем нашим инвесторам. И вот на стыке двух технологий, мотивация экспертов и торговые роботы. Вот я бы не полез точно в торговые роботы. Меня обхаживали, говорили, дайте денег, классно, мы сейчас вам дадим вот такой результат потрясающий. Там, вы просто, как это, вот, ну поле чудес, вот сюда деньги закапываете, а мы вам значит, привезем вагон и маленькую тележку с золотом прям в конце по итогам. Говорю, нет, подождите, я должен сам разобраться, как это работает. Как закрыты риски? Что сейчас с битком? Кто следит за курсом биткоина? На пике. Да. То ли на пике, то ли его сейчас, значит, лихорадит. Но об этом знают все, кто хоть как-то связан с криптовалютами. Сколько роботов закрыло сделки по битку при курсе 11900? Что они сейчас делают? Кусают локти. То есть слушать эксперта после того, как ты получил сигнал от робота. Давайте представим себе, да, вот две отлаженных машины. Торговые роботы по трем рынкам. IPO, Форекс, фондовый рынок. Ну, естественно, он по всем своим частям. Что-то на Гонконге торгуется, что-то в Соединенных Штатах, в австралийской даже бирже существует. Представляете, я тоже одно время, когда узнал, был удивлен. Есть австралийская биржа, надо валюту тоже есть австралийская биржа. И Форекс, конечно. То есть сигналы от роботов, но они как бы требуют купить или продать. Мы ими наполняем копилочку решений, где дальше по специальному алгоритму эксперты говорят да или нет. Первый раз, кстати, схему я подсмотрел, вы будете смеяться, в Яндекс.Деньгах. Там касалась она совсем другого. У них постоянно шел поток на заре, вот, когда у них было прям такое становление. Принимать решение, брать ли компанию магазином или нет. И если в этот момент, в 2 часа ночи, кто-то хочет подключиться к Яндекс.Деньгам как магазин, финансовый директор может спать, директор там по торговой безопасности может быть в отпуске, а решение принимать надо прямо сейчас. И я у них посмотрел, мы ее немножко модернизировали, не буду рассказывать как, я у них посмотрел матрица принятия решений. Финдиректор, два зама.
И у каждого галочка со своим весом. У этого 3%, у этого 2%. А кадровик, потому что решения могут казаться персональных вопросов. Тоже там сколько-то процентов. Бухгалтер, юрист, безопасник. И по каждой позиции несколько фамилий. И когда вам надо согласовать какой-то вопрос, он вот как взрывается таким веером, расходится на согласование по всем этим менеджерам. Каждый на своем гаджете, конечно, достал, посмотрел, я акцептовал. И как только набирается достаточный экспертный вес за решение, оно принимается. Или достаточно отрицательное, оно тогда отклоняется. То есть эксперты как, это называется, может быть, кто-то смотрел сериал «Мудрость большинства», «Crowd Wisdom». То есть принятие решения за счет массы экспертных мнений. И тут же мы прицепили скоринг, я чуть-чуть приоткрою завесу, но вот опять же, да, к сожалению, подробно я стараюсь не рассказывать о таких вещах, но это ноу-хау, мы его даже не патентуем, потому что тут же заберут китайцы. У них везде свои люди. А мы мотивируем экспертов. То есть принято решение вот этим пулом, вот этим облаком экспертов. Мы вложили средства. Естественно, в разные корзины. Нет такого, чтобы все вложились в IPO и заработали там, за день 200% на все вложенные деньги. Мы так не рискуем. Все-таки это есть элемент случайности, мы можем и минус здесь получить серьезно. Определенная часть денег уехала через сертифицированных брокеров, это важно. Да? То есть мы на себя, как фонд, вот сейчас у нас утверждается, чтобы мы могли привлекать краудфандинг инвесторов, да? Отдельная. Автономная некоммерческая организация, которая не ставит своей целью получение прибыли. Ее задача – прибыль для своих инвесторов. Вот это уставная задача. В самой организации прибыли быть не должно. Только все на благотворительность, если что-то там останется, и на поощрение нашего руководящего состава. Я так понял, в числе которых можете оказаться и вы. У нас там какая-то система есть мотивации, роста. Вот Денис Владимирович в этом глубокий профессионал, вы меня в этом убедили. И когда принятое решение в копилочке эксперта раз за разом оказывается верным, он может там три градации сказать go, not go и 50-50. После того, как это просуммировалось за отчетный период, по эксперту мы принимаем три решения. Первое – поощрить, второе – немедленно с треском уволить и третье – испытательный срок. И они все время в помощи. То есть эксперты, которые каждый день работают на рынке, каждый на своем, конечно. Да? То есть, вот специалист IPO-шник, все, он в них разбирается, он знает, на какие цифры смотреть, он знает, какие новости читать. И как только робот прислал ему сигнальчик, он же реагирует. Состыковав два эти стартапа, роботы, мотивация экспертов, мы получили печатный станок. Я не хвастаюсь. Мы сначала рисковали собственными деньгами. Немного, десятки миллионов рублей. И после того, как стало понятно в определенный срок, что это действительно интересно, это действительно работает, появились инвесторы из реального сектора. Пожалуйста, проект, не буду называть где, приостановил платежи «Газпром» за инфраструктурные работы. Осталось много оборудования. Оно даже не на складах, оно просто на улице. Но это имущество, оно имеет серьезную балансовую стоимость. Под это выпускается финансовый инструмент, который принимает тот или иной банк в качестве обеспечения. А мы этими деньгами управляем. Деньги любят тишину, такие детали я раскрывать особо не могу, но действительно, вот депозитный сертификат Сбербанка Пермского края у нас на 3 года на 10 миллиардов рублей. Это наши клиенты. С ними тяжело работать. Люди, начиная от какой-то суммы, на слайд еще нет? Начиная с какой-то суммы, они начинают думать, что им все должны. Что все окружающие их собственность. Это такая деформация психика, она, ну, не дай бог я когда-нибудь тоже ей овладею, я очень прошу меня в этот момент своих лучших друзей начать приземлять. Как только забрежили вот действительно серьезные деньги, причем не с точки зрения рынка, с точки зрения самого человека, он считает, я богат, с ним очень тяжело работать. Я понимаю, мастерство мне позволяет его услышать,
до него донести какую-то точку зрения, дать обратную связь, даже несмотря на это, зайти через какое-то доверенное лицо его. Но с ним не просто работать. У меня очень высокие моральные издержки при работе с акционерами, инвесторами такого уровня. И тут, обсуждая, кстати, смежные темы, появляется идея краудфандинга, где все вменяемые люди абсолютно понимают, что деньги должны работать всегда, что вкладывать и получать – это такой же труд, такая же работа. И нету тут Ford IT Smart Money, на который они смотрят как на кусочек чего-то, что мы хотим просто сожрать. Я подумал, что это может быть интересно. Сейчас мы на предстарте, мы в графике, что интересно, мне докладывают. Несмотря на то, что сейчас это несравнимые деньги с тем, что у нас под управлением фонда, мне интересно, мне все интереснее. Чем дальше, тем интереснее. Поэтому, коллеги, я вот свой такой немножко сумбурный доклад для вас подготовил. Надеюсь, логику по пути не растерял, что от студента, потом наемного сотрудника, затем сам инвестор, и потом я помогаю инвесторам. Мои деньги по-прежнему там, и я надеюсь, это будет серьезным подспорьем для всей моей семьи. У меня 5 детей. Сразу скажу, трое своих, двое вот от нынешней супруги, но мы их не разделяем. Что она к моим как родным, что я к ее как родным. И это серьезное обязательство налагает на мужчину. Я не намерен на этом количестве останавливаться. Вот, поэтому надо серьезно заложить фундамент на будущее. Если мы все с вами попали в такой период времени, когда наследие предков, там, Советский Союз растащили, разрезали по кусочкам по карманам, то мы должны позаботиться о будущем наших семей сами. Поэтому вот я вижу свою ответственность в том, чтобы IT Smart Money рос, процветал и давал те результаты, которые мы прогнозируем. Большое спасибо. Global Star Club. Возможности безграничны.